згадати, тому що я, будучи на обласному збірному пункті, пам'ятаю ці дні 29 березня, 2-го, 4-го, 3-го, 4-го, 11-го, 12-го квітня 2014 року, коли ми проводили першу хвилю мобілізації. Я відправляв кожну команду, я відправив ваших дітей. Я казав, хлопці, виконуйте один мій наказ – повернутися додому живими. Но війна є війною. Хлопці були патріотами, вони прийшли добровольцями. Вони там, на шикуванні, казали, товариш полковник, ми все зробимо для того, щоб на Запорізьку землю не прийшла війна. І вони зробили це, тому що вони служили славетному 93-й окремій механізованій бригаді, а ми призвали під час першої хвилі мобілізації 500 запорожців туди. Я був на шахті Бутовки, я був в Пєсках, я був в Авдіївці. Я бачив наших земляків, вони дійсно герої. А ваші сини, подвиг ваших дітей, назавжди залишиться в наших серцях. Вони герої. Слава Україні, слава героям! Я хочу, чтобы у всех этих ребят, которые погибли, это уже задача будет властям, чтобы на каждой школе висела памятная доска с указанием фамилии, имя героя, и чтобы каждый ученик этой школы знал, при каких обстоятельствах погибли наши герои. Хочу, чтобы на всех кладбищах были достойные памятники. Я отдам это шана всем жителям, чтобы все жители того поселка знали их. Еще раз повторяю, только память спасет нашу страну. Потому что по-другому не получится. История даст еще свою оценку и даст оценку всем тем, кто правильно сделал, кто неправильно. Мы прекрасно понимаем, что все с периодом времени оценивается в это общество. Единственное, что мы никогда не сможем восполнить, это чтобы эти ребята стояли рядом с нами. Ну, наверное, у каждого такая судьба. Расшите, уважаемые родственники, родители, жены, сестры, братья, сохраняя христианские обычаи, хочу пригласить всех в наш зал, просто в кругу более тесном помянуть, хочу, чтобы мы пообщались. Ну, примите это как нормальное христианское правило, потом, если можно, прошу всех пройти с нами. Можно слово?